Привезли сегодня БУшку из Германии через Польшу. В нюансах снизу стоит Golf Plus. RAV 4, чтобы поместиться в высоту. Вот здесь вот 4.04 у этого 407-го. Спустили задние колесики ему. И оба передние и задние в Гольфе Плюс притоплены. И так, не знаю, ну надо не надо, но спустили еще и графика по каждой оси. А Винси стоит в пределах до 4. Зазор в районе кулачка вот там на крыше. Над крышей Гольфа Плюс. Запасы есть. Все стоит красиво. Колеса, конечно, умятые. Что сделать? Здесь 50 миллиметров удачно впадинки и выступы собрались в кучу. Тут, на удивление, тоже рейлинги попали в район, там, где есть мятинка. Прицеп машина. Расстояние от бампера до крыши рафика, ну, наверное, 30. Ну, приехала, все, вопросов нет. Нормально. Ламбру поместили в ямочки. Алтея в ямочки. Ну, там без сюрпризов. Рено Калиос в ямочки. Все в районе 20-50 по длине. Прицеп до 4 метров. Итого получается из высоких... Golf Plus 1, Rafik 2, ну так 3, 4, 5, 6, ну 6 машин больше, чем средний размер для седана или универсала.